В эфире «Город АЛЛАТРЬ». 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Собственные телеканалы для районов Чувашии уже давно не в диковинку. Местное ТВ сейчас есть и в Канаше, и в Шумерле, и даже в Ядрине. Для жителей городов это отличная возможность увидеть на голубом экране что-то родное. Правда, самим телевизионщикам ради зрителей приходится работать в непростых условиях. Проблем достаточно. Нехватка профессионалов, дорогое оборудование. Раздобыть интересные новости зачастую тоже непростая задача. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Левое плечо вот так сделай. Вот так вот. Хорошо, отлично. Студенты АЛЛАТРЬского техникума железнодорожного транспорта в очередной раз доказали, что молодежь – двигатель прогресса. Событие, которое заслуживает внимания центральных каналов республики в местном телеэфире, станет сюжетом номер один. В прошлом году сразу несколько студентов городского техникума удостоились стипендии правительства страны. Новость для районных СМИ горячая. Съемочная группа АЛЛАТРЬ планирует подготовить большой репортаж. В кадре – те самые герои – талантливая молодежь. Наталья Викторовна, расскажите, пожалуйста, подробнее о конкурсе, в котором вы приняли участие. Работа, которая была отправлена нами на конкурс, называется «Разработка программ для тестирования студентов». Конкурс проводился Центром внедрения социальных инноваций в городе Ярославле. На этой неделе об их разработках и наградах узнает весь город. Местное телевидение здесь пользуется большой популярностью. Их аудитория – 5000 человек. Программы на любой вкус. Развлекательные, познавательные, документальные. Оценили жители православного АЛЛАТРЬа и телепроект о духовенстве. Родители требуют, да, получается, бесед со священниками. Отец Олег у нас есть такой замечательный священник, который занимается просветительской деятельностью. Все любят очень эту передачу. Во-первых, постоянно ждут, спрашивают, когда и о чем будут следующие передачи. Недавно местное ТВ стало еще интерактивным. В эфире заработал СМС-чат. Этого проекта в провинциальном городе ждали давно. Журналисты телеканала районного уровня ближе к своим зрителям, как никто другой. Не прислушиваться к их просьбам просто невозможно. Событий, достойных эфира, в городе хватает. Пишем. Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире новости на телеканале АСТ. Под дудку местных властей здесь стараются не плясать. Время, когда чиновники указывали, что лучше снимать, а что нет, уже прошло. Телевизионщики АЛЛАТРЬа стараются выставлять на показ и проблемные материалы. Зимние дороги, сосульки. Вот. Естественно, смотрит это администрация, смотрит это те, кто должен заниматься этим вопросом. И, на наш взгляд, мы являем хороший пример, показываем. Они убирают эти моменты. Каждый день в эфир стараются выпускать по одной новой передаче. Снимать больше здесь бы и рады, но сейчас местные телевизионщики работают на пределе. Специалистов этой сферы в городе можно пересчитать по пальцам. Найти профессионалов сложно. В штате телекомпании всего 5 человек. Порой им приходится познавать профессию друг друга. Оператор принимается за монтаж, а корреспондент сам берет в руки камеру. Все ради любимого зрителя, который, как никто, ждет чего-то нового от родного ТВ. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика.